Надежда заключается в том, что мы, люди, живущие здесь на земле, способны меняться в лучшую сторону, изменять свое собственное сердце, но только лишь с помощью Иисуса Христа, с помощью того, кто пришел в этот мир помочь нам стать абсолютно другими людьми, помочь сделать мир гораздо лучше, чем, может быть, он есть сегодня. Тихая ночь, дивная. Во избежание дворцового переворота в связи
сложившейся ситуации я объявляю комендантский час. Обставить, спорить. Для невнимательных я повторяю, что с этой минуты сверли все часы. Мне всем с этой минуты я объявляю комендантский час. А это значит, что с этой минуты никто без моего письменного разрешения не имеет права передвигаться по дворцу. Так, Первый. Оставить часы свою глупость, шаг вперед. За верную службу грубости, то бишь войне, и за верность, то бишь глупости себе, я объявляю благодарность. Отставить устрою глупость. Ты тоже чем-то недоволен? И очень даже доволен, ваша главкомандант. Надеюсь, дать врать. Какие же вы невыносимые! А тебя, Вера, никто и не спрашивает, Вера суеверная. Я больше не суеверная. Да какая же ты! Я принимаю решение. С этой минуты я буду верить в силу Сына Божьего, Иисуса Христа. Где же взять мудрости? Кто бы подсказал? Но как же я узнаю, как быть послушной? Бог оставил письмо для всех людей и для тебя, Вера. В нем законы Божии. Исполняя их, ты будешь поступать без ошибок и будешь жить долго и счастливо. Неужели я перестану ошибаться? Ой, что-то не верится. Вот, опять этот хруст. Тебя грызет червь сомнений, Вера. А, понятно, откуда этот хруст, понятно. Не переживай, я помогу тебе. Я дам тебе знание и силу. И со всеми этими ты справишься. От сомнений избавлюсь. Но мне все еще нужна мудрость. А вот и она. Звала? Мудрость! Какая же ты красивая! Конечно, конечно, я тебя звала! Ты так мне нужна! Я всегда прихожу на помощь к тому, кто ищет и зовет меня. Ух тышка! Мудрость, открой мне эту тайну. Что же такое Рождество? Рождество – это рождение Бога на земле. Ну, Верочка, ну, Верунчик, ну, что ты тут удумала? Ляж, поспи, все пройдет. Ну, зачем тебе это надо? Что ты вообще связалась с этой училкой, ботанечкой, навязчивой? Ну-ка, будешь знать, плохо будешь спать. Давай, Верочка, как раньше. Ну, что-нибудь, ну, замутим, что-то придумаем. Вот не хочу я, как раньше, понимаете? Хочу по-новому. Вот хватит уже, наошибалась я уже с вами. О, может, вы хотите по-честному? По-честному? Не-не-не. Пожалуйста, за все мои прошлые ошибки. Я хочу жить по новым правилам, по твоим правилам, и больше никогда не ошибаться. Я приглашаю тебя в свое сердце, приди в него.
наполни его своим светом, миром, радостью и любовью. И пусть оно оживет и засияет навсегда. Я услышал твое приглашение и очень рад остаться с тобой навсегда. Сидит в своем месте насиженном, крепко вцепилась. Не переживай, и на жадность управа есть. От нее нам поможет избавиться доброта. А вот и она. Чтобы избавиться от жадности, нужно совершить добрый поступок. Ты готова его совершить? Конечно, конечно, я готова. Тогда мы с тобой соберем угощение для бедных детей. У тебя есть подходящая корзинка? Да, сейчас, одну секундочку. Они придут рассказать о Рождестве и покажут вертеп. Пусти их в свой дворец и не забудь поделиться угощениями. В Вифлееме утомленном все погасли огоньки, только в поле отдаленном не дремали пастухи. Стада верно сосчитали, обвели ночной дозор и, усевшись, завязали меж собой разговор. Вдруг раздался шелест нежный, трепет пастухов объял, и в одежде белоснежный ангел Божий им предстал. Не пугайтесь, не смущайтесь, от небесного Отца я пришел с великой тайной вам возрадовать сердца. Милость людям посылает сам Христос, Владыка Царь, грешный мир спасти желая, жизнь свою отдал он, да. Город, брат мой, возбежим, радость людям возвестим. В священном граде Вифлееме родился ныне в это время Спаситель мира и людей. Поспешим сегодня к Богу, славный город Вифлеем. Бог сошел с небес народу, свет любви явился в мир. Слава Вышних, слава Богу, людям радость возвестим. Нам звезда укажет путь, чтоб с дороги не свернуть. Куда, почтенные мужи, далекий держите вы путь? Под кровом моего дворца вас приглашаю отдохнуть. Вот, как нам понравилось всем. И тебе держи, всех угощу, хватит на всех. Любовь, как сердце измерение, сама забвенная и чиста, приносит мир, дает прощение, прочтение снова листа. Под звуки хоров неземных, сестрица веры и надежды, но все же Божия из них. Она приходит бессловесно и никогда не предает. Не отвергай любви небесной, она прозрение твое. Любовь нежно струн души касается.
Но самое большое чудо, о котором мы и хотели сегодня рассказать, это измененное сердце человека и его жизнь, в котором нет ни глупости, ни лени, ни жадности, ни грубости. Бог наполнит вашу жизнь надеждой, мирой, миром, любовью и спасением. В канун Рождества мы приготовили такой праздник, детский спектакль для взрослых и для детей. Он называется «Спасенное сердце». Посвящен он событиям, которые рассказывают нам о добре Рождества, о том, как нас воспитывает нас лучшее Рождество, как нас может Бог научить лучшим качествам характера. Сегодня мы собрали детей с разных сел. Даже есть дети с интерната приехали, дети нашего города мы пригласили. Это были специально организованные автобусы для того, чтобы свести детей. И в конце мы приготовили такую анимацию и сладкие подарки. Те, кто приготовили благотворительный этот спектакль и праздник, это все волонтеры. Здесь нет профессиональных актеров, нет профессиональных музыкантов, режиссеров. Это все те люди, которые со всей душой, со всей сердцем, со всем любовью они готовили этот спектакль. Я как режиссер и сценарист писала специально для этой программы, для сегодняшнего этот спектакль. Были специально написаны фонограммы, были продуманы роли. И все эти участники, это все люди, которые, скажем так, больше всего на свете хотели бы подарить детям праздник. Принимать участие – это мое жизненное кредо, потому как все, что мы можем для Бога сделать, это те таланты, которые Он нам дал, послужить для Него вот через вот такие вот мероприятия. А Рождество мы хотели бы показать для детей, для гостей, что для Иисуса Христа дорого. Это наше чистое сердце, без грубости, без зависти, без каприз. Потому что чистое сердце – это доброта, любовь ко всем, кто нас окружает. Это очень сложно, но нужно прикладывать усилия. И вот через такой спектакль мы хотели показать, как это может быть реально в жизни. И это так может быть реально в жизни. Я с радостью, вообще с удовольствием окунулась в это прекрасное путешествие такое. И ну, заметила, что есть такие черты у меня. Бывает чем-то недовольна, капризничаешь. Ну, хороший такой поучительный спектакль, чтобы радоваться и брать позитив от жизни. Класно, мені дуже подобалось. Яскраве свято для дітей – це дуже таке пам'ятна подія. Тим більше і подарунки є, і спектаклі. І вони в новому місті, в незвичній обстановці. І це для них дуже така яскрава подія, надзвичайно яскрава. І добре, що ця подія, вона знакова, знакова тим, що розповідається про Ісуса Христа, про те спасіння, яке рятує всіх дітей, і особливо дітей, які, ну, обділені тією любов'ю. Просто необычно, обычно просто про Рождество, а тут, ну, по-новому немножко, так что интересно, что нужно пригласить Бога в сердце. Тогда уйдут все недостатки, которые есть у каждого человека. Рождество – вот это новое сердце, которое мы без Иисуса Христа не можем достичь. Это Рождество, когда Он рождается в каждом сердце.